Пустой автобус. Первый раз видим. Из чистого золота. Из чистого золота. Даже колеса не резиновые, да. А покрашенные. Можно. В черный цвет. Загадывать желание, отковырнуть кусочек. Мы тут спорим. Интересно, какие зубы у водителя? Какие перстни? Ну, там смотрет в зеркальце, по-моему, он не в золоте. Ну, красивая идея, хороша. Золотой автобус. Он настоящий. Голден. Чистенькая. Жизненькая. Дело в том, что она... Вот сегодня вот как раз ее нужно было собирать. И интуитивно мы приехали сегодня за травами. Ехали мы очень долго. В общем, мы... Тульской области. Вот куда за травами нужно ездить. Подальше от Москвы. Так что приезжайте все к нам за травами. Да. Милости просим. Я вся в репейниках. У меня штаны мои в репейниках все. Вот такие. Попыталась ходить в шлепанцах. Поняла, что по этой траве никак. Здесь так хорошо. Оля! Оля на зверобое. Зверобой – это царь трав. Это Кулина трава. Да, и он ее собирает очень много. Были чай, все корни, в баньку ходить, яичек сделаем из зверобоя. Ну вот, у нас японского щавля много. Это приправа, но он перезрел. Может быть, мы к озеру сходим, если он будет там зеленый, то там все берем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.